Более 10 тысяч человек ждет масштабного события этого года – Казанского марафона 2016. Это массовый забег участников, которые прибудут в Казань 15 мая с самых разных точек мира. Здесь каждый сможет попытать свою выносливость и стать частью большого события. Для участников предложены 4 дистанции на выбор – 3 километра, 10, полумарафон и марафон – целых 42 километра. Для тех, кто уже воодушевился модой массовых забегов, организаторы рекомендуют пробегать для начала 3 километра. Ведь призы достанутся не только самым быстрым бегунам, но и всем, кто добежит до финиша. Участником может стать любой желающий. Для этого нужно пройти регистрацию, заполнить небольшую форму, оплатить регистрационный взнос и, в принципе, приезжать к нам, чтобы посмотреть все красоты Казани. По историческим местам Казани побегут не только спортсмены и медийные личности, как рэпер Баста, певица Вера Брежнева, но и многие государственные деятели. Конечно, студенты Казанского федерального. Уже состоялось официальное приглашение студентов КФУ на масштабное мероприятие столицы Татарстана. От имени организаторов Казанского марафона приглашаю всех студентов Казанского федерального университета принять участие в нашем замечательном мероприятии, почувствовать все эмоции самим, что эта команда будет самой большой, самый массовый. Пожалуйста, присоединяйтесь. Стань участником Казанского марафона, как это уже сделали студенты Казанского федерального. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.